Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Как вы думаете, где мы находимся? Вы уже, наверное, поняли по тому, что за мной находится Лукум. Мы пришли на пятничный рынок в Алании для того, чтобы купить турецкий кофе и, конечно же, Лукум. Найти магазин с сувенирами очень просто. Как вы видите, мы сейчас находимся на автобусной станции, и на эту станцию приезжают автобусы из разных регионов Алании, и в том числе даже из Манавгата. Поэтому, когда вы приезжаете на автобусную станцию, сразу можете увидеть вот эту вот лестницу, которая находится около аптеки. А с этой стороны есть надпись «Базар». Поэтому, когда вы приезжаете, напрямую выходите из автобуса, поворачиваетесь и спускаетесь вниз вот по этой лестнице. И прямо на углу находится магазин, где продаются сувениры. И вот здесь вот прямо рядом находится пятничный рынок. Все вы знаете это место. Если вы приезжаете на центральную улицу Ататюрка, то вы выходите около магазина де-факто и прямиком по прямой сможете попасть в этот магазин. Все контакты этого магазина находятся в описании к этому видео. Обязательно ссылка на карту и, самое главное, на Instagram магазина, где вы сможете не просто посмотреть ассортимент того, что здесь продается, а выбрать и даже заказать в любую точку мира. Владельцы этого магазина отправляют любой понравившийся вам товар или сувениры туда, где вы проживаете. Владельцем этого магазина является Сулейман, который просто потрясающе говорит на русском языке. Расскажите, где вы выучили русский язык? Я уже давно разговариваю русским языком. Ага. Уже лет, наверное, 20-21. Ага. Когда я маленький был, очень хотела изучить русский язык. Ага. Уже имею приписывать и читать. Ага. И хорошо разговариваю, наверное. Именно то магазин изучил. Туристами общаться, ага. И слушает очень постоянно русский музыку. Люблю примерно вида, скажем. Добрый пожаловать в мой магазин сувенирный. Много, очень много разных видов. Чай, наборы. Ложка, стаканчики, пата стаканчики и с чаем. Чай наливаемся, закрываемся. Туда сахар или конфетки. И будет каждый человек и сервис также. Ручная работа. Чекановый, медный, турецкий набор. Тоже так же каждой точке работа, ручная работа. Друзья, у Сулеймана для вас также есть подарки. Вы приедете в наш магазин, будем готовить. Подарок из Алании магниты. Вот такой вот потрясающий магнит всем, кто придет, кто посмотрит это видео и придет в магазин. А если вы совершите какую-то покупку в магазине, то Сулейман подарит вам и магнит, и турецкий кофе. Всем, кто смотрит видео, обязательно приходите, для вас есть подарки. У нас очень большой выбор турецких кофе. Есть, начинается, который 100-граммовый, 100-граммовый, который популярный кофе, Мехмед Эфенди называется. Разные вкусы, ну, апельсиновый вкус, примерно, есть шоколад мятый, есть, который тоже молочный, масляный. Только Эфенди, чуть-чуть крепкий кофе, который чем Мехмед Эфенди. Без кофейни, кофе без кофейни, просто кардамоном и фисташковым вкусом. Есть тоже также без кофейни мастик называется, который, да, мастиком кофе вкусом. Есть тоже чистая, только кофе молочный фисташковый вкус. Зерновой кофе. Для которой машины и экспрессо. И также есть растворимый турецкий кофе, готовый турецкий кофе. Вот обязательно у нас есть турочка. Есть латуновые материалы, есть тоже медные материалы. И всякие разные размеры. Одноперсонные, двуперсонные, три, четыре, пять. Персонные тоже есть. Вот примерно, который вот это на руке держим. Медный, чекановый. Именно ручкой ореховое дерево. Можно ручкой снимать. И мыть удобно будет, и
на шкафы можно, которые сохранит, очень удобно. И у нас есть очень много разных видов специй. Также есть весовой и также есть наборы. Примерно набор начинается вот такой маленького. 7 разные приправы. Чили, тимьян, куркума, сладкая паприка, мята, кориандр и винитри есть шафран турецкий. Почти тут все есть. Тут 18 разных приправ. Также мы вот куркума для мяса, для салата, для курицы, базиликом, кимьон. Всякие есть. Всем друзьям красивые подарочные. 14 разные приправы. Кстати, как я уже сказала, у этого магазина есть Инстаграм. И в этом магазине на всех товарах есть цены. Если вас интересует какая-то цена, и вы находитесь в магазине, здесь на всех товарах есть цены. А также заходите в Инстаграм этого магазина, и в Инстаграме также есть цены. Поскольку товаров просто огромное количество, невозможно все товары выложить также в Инстаграм. Вы можете заходить, смотреть, спрашивать, и вам пришлют и фотографии того, что вас интересует, и цены. Ну а если вы в магазине, обратите внимание, здесь все цены есть на всех товарах. Называется Ада-чай. Это горный чай. Растет Алания именно в горах. И очень вкусный и полезный. Есть черный чай. У нас вот начинается 100 грамм, 200 грамм. 500 грамм килограммово. Примерно есть легкий чай. Стандартный легкий, не крепкий. Есть вот это мелкие листики. Средние листики, да? Средние листики. Она вкусная, просто не крепкие. Если вы хотите, крепкая была бы. Но есть у нас тоже также чай. Вот крепкий черный чай. Средние листики мы. Все равно, когда завариваемся, сначала надо чуть-чуть первый мыть. Чаем обычно просто мыть и быстрее, и тогда будет очень вкусный вкус и цвет будет именно приятный, совсем красный или черный будет. Крепкий чай, она крупные листики чай, прямо одна чайная ложка можно целый литр, полтора литр чай заваривать. Это чай корни называется, у нас государственный чай фирма. Вот это Алтынбаш, называется, приводится на русском, золотой листики. Прямо золотой листик, который я люблю, этого чая, и сама тоже дома именно завариваю этого чая. Можете вы взять вот такой набор. Не надо ничего не думать. Тут 8 на 1. 8 на пачке 1. Получается, тут все натурально, ни химии, ни порошково. Примерно листовой апельсиновый чай. Примерно микс чай, микс фруктовый. Примерно красное яблоко и зерновой кофе. И гранатовый чай, листовой, прямо листики. И яблочный, и черный простой чай, и лимончик. Гранатовый чай, тоже они листовой. Есть тоже также крупные листики, зеленый чай. Яблочный чай, есть кисленький, который зеленые яблоко, есть который сладкий, гранатовый чай, растворимый чай, молотый чай. Она 50 на 50, 50% натуральный. Именно фрукты, сухофруктами. И все разные, есть яблочный, есть гранатовый, есть манго, есть киви, есть лимон, шелковица, либо называется дутовник. И есть султан чай тоже, из эвкалиптус имбирон. Весы натуральный гранатовый чай. И тоже также есть, называется, который зимний чай. Тут, который 7 разных видов есть. Шиповник, сушеное яблоко, апельсин, имбирь, куркума, корица, шалфей и тимьян. И есть еще цельный корица, да? Весовой чай, все вкусы есть, яблочный, гранатовый, примерно есть, релакс чай. Есть тоже вот в середине чай для худения, сушеные розы, и каждый разные цвета. Есть фиолетовые розы примерно, есть белые розы, есть желтенькие, есть которые красные розы, шарики, жасмины.
один штук, вот это примерно, на целые 2 литровые чайники, они открываются. Раз открывается. И очень полезный. Натурально, именно натурально, настоящая корица. Не искусственно, именно натурально. И вот это есть у нас просто закончил, потому что очень вкусный. Постоянно много людей покупает. Это чай именно розы граната. Цветы граната. Она вкусная и вкусная. И цвет, который красный. Весовой приправа. У нас 50 разных ассортиментов есть. Для рыба, вот который для курица, корица, карри, горошный красный перец, горошный зеленый микс, черный тимин, белый перец, ручной работы, чили паприка. И есть для барбекю микс, и есть вот это именно для мяса. Тоже называется османиш. И очень вкусные 18 разных приправ микс для, специально для мяса. Кстати, первый раз, когда я ехала из Турции в Россию, я с собой привезла очень много специй. Я покупала вот такие вот небольшие наборы. Вот с такими вот маленькими мельницами есть. Или вот такие вот большие наборы с более крупными мельницами. И всем своим друзьям первый раз, когда я летела из Турции, я привезла именно вот такой вот набор. Все были просто в восторге. Турецкий настоящий халва. Ванильный. Есть шоколадный вкус. Есть тоже, кто любит орехами. Очень много орехами. Еще у нас есть очень-очень-очень много выбор косметики. Абрикозовый есть, оливковый есть. Гранатовый есть. Вот примерно очень вкусные запахи, которые вербаны. Открываемся. Вот так. Интересная коробочка тоже. Вот которая. Именно пахнет вкусы духами. Гранатовый соус и рожковое дерево сироп. Вы, наверное, слышали. Вот очень полезный рожковое дерево сироп. Рожковый только растет Алания, знаете такой? Другой город или место вообще нет. Только растет Алания. От простуды. Если кашляет, очень сильный, она выпьет чайные ложки, быстрее лечится. Соус, который гранатовый, получает, называется наршара. Да? Для салата, для мяса. И можно примешать водами и как типа сок выпить. И вот эта вот стеклянная бутылочка есть, это домашний, прямо 100% натуральный, вкусный и полезный, лечебный, натуральный мед и 7 разных орехов, оливковое масло, которое есть для салата, есть которое для жарения. Она холодная, экстра отжим, мармелада, варенье. Вот который именно гранаты вам рассказывала. Видите, косточки гранаты, натуральные гранаты, мармелада. И есть еще, который Алталия популярный, пески розы варенье. Прямо розы винитры. Очень понравится. Зеленый инжирь, свежий инжирный варенье. Сироп из шелковицы, черный шелковица, натуральный. Вот это есть примерно тоже финики. Редко бывает, просто очень вкусный такой. Очень много выбор у нас масла для тела, для волос. Вот кокосовый, органовый, гранатовый, всех разному. Очень большой выбор нарды. Есть заводской, есть ручная работа, примерно вот такой. Она шикарная, ореховое дерево, перламутровый каменный. Из фирмы, которая тоже и вот открывается вот так, все шикарно. Очень хорошо. Для маленьких, для взрослых, браслетики на шею. И также вот кожаные браслетики. Есть тоже также духи, масляные духи. Очень большой выбор. Если мазать, целые сутки пахнет вообще. И все разные вкусы тут, которые.
есть 100 разных ароматов. Много выбор тарелочки. Всякие разные модели. Есть керамиковые, фарфоровые и стеклянные. И есть ручная работа. Они особенно все ручную работу. И символ Турсиама. Каждая точка, может быть, вот так близко покажу. Символ Турсиама, который тюльпаном. Мелкий, все женщина, турчанка ручную обработала. И также мы вот Алания, которая памятный Алания тарелочка. И очень много выбор пиалы. Есть для чая, для соуса, для супчика. И для салата, который, для плова. Такой они все шикарные. Вот примерно. Все ручную работу. Из сувениров меня заинтересовала и всегда интересует турецкая керамика. Потому что это не просто красиво, это очень аутентично. И несмотря на то, что эта керамика такая яркая и своеобразная, она подойдет абсолютно под любой интерьер. Вы можете приобрести, например, вот такие вот бирюзовые голубые пиалы, тарелки, кружки. Если у вас яркий интерьер, а если у вас, например, дома интерьер более спокойный, то, например, вот такая вот какая-нибудь красивая тарелка очень-очень украсит и кухню, и гостиную. Ну, в общем, даже можно повесить где-то в коридоре на том месте, где она будет всегда видна, и у вас будут воспоминания из Алании. Очень большой выбор кружка. Может быть, именно написано надписи Алания, Анталия, Турция. Есть просто туристские флаконы, есть только из орнаментами. Все любой размеры. Кальяны очень большой выбор. Есть начинается, который вот такой маленький размерчик. 30 сантиметров, одна персона, села, полчаса можно курить. Есть еще средний, есть большой, который 3-4-5 персон. И разные качества, начинается, которые заводской тоже есть, и ручной работы тоже есть. И также ему кальян есть, и ему надо правка, тоже есть ароматный табак для кальяна. И большой ассортимент, 50 разных вкусов есть, и 6 разные фирмы есть. Очень я люблю, до сих пор руки не доходят купить, но очень хочу купить вот такую вот лампу. Такие лампы есть, которые подвешивают и под потолок, и такие же лампы есть. И напольные, и настольные, абсолютно разные. Посмотрите, какая красота. Бирюзовая лампа, прям идеальный подарок из Алании. Это просто какая-то невероятная красота. И это именно та вещь, которая будет отличать и ваш дом, интерьер от всех остальных. А самое главное будет являться прекрасным воспоминанием об Алании, о Турции. Еще у нас есть тоже также сувенирный, который туристский татуэтки такой, именно ручной работы. Мусульманские молитвы написано, или Бог имя, 99 названия. Примерно вот яйца есть, принесут счастье, а тут написано молитвы. Аятель Курсию называется для берег. Вот, который здесь буквал. Это получается, если вот так смотрим, как ребенок стоит, животик на мамы. И тут, который мелкий написано, 99 имя Аллаха. Еще тот, который сверху идет, видите, так тюльпан, это символ Турсия. Друзья, в этом магазине сколько видов лукума у вас? 60? 60 разных видов. Да. 60 разных видов лукумы. И каждый найдет для себя то, что он любит. Здесь есть киви, гранат. Какие у вас еще вкусы есть? Киви есть, шоколады есть. Еще есть шалковица. И ежевика есть. Банановый есть. Виноградный есть. Еще есть ореховый финдуком. Ага. Именно лепестки, роза есть. С лепестками розы даже. Да. И барбарисами есть. Еще у меня банановый есть, всех разные. И есть тоже микс вкус тоже, примерно вот тут. Ага, вот так. Именно ежевика
и разные орехи, фундук, фисташки, грецкие орехи, mm-hmm. арахис нет вообще, наши все любой сладости нет, потому что чуть-чуть они горчат, поэтому mm-hmm. нет. Mm-hmm. И сверху молочный и совсем сверху барберис. Они будут mm-hmm. чувствовать сначала сладкие, потом чуть-чуть кисленькие, будет mm-hmm. очень приятно. Цены на лукум от скольки начинаются? Самый, например, дешевый, самый дорогой лукум сколько стоит? Лукум все ручная работа. Ага. Есть без ореха, примерно вот так. Она, кто не любит орехом, она получается чуть-чуть дешевле, потому mm-hmm. что ореха не добавлена. Она тоже вкусная. Mm-hmm. Просто начинается килограмм $7. Mm-hmm. И также есть осадины, которые килограмм $10-15, такой сыр. Mm-hmm. Можете вы попробовать. Она так, это у нас вкусная. Что? Даже пахнет так вкусные запахи, mm-hmm. потому что именно натуральный вот это, да, фруктовый очень... сок. Сулейман, скажите, пожалуйста, как правильно выбрать лукум? Вот я не знаю, что попробовал. Может вам но... рассказывать, мы можем вам ассортировать. Сюда помещается примерно килограмм. Мы будем закрывать. Еще они сохраняются у нас ручную работу лукум без холодильника. Они так стоят 3-4 месяца вообще. Домашний пахлаву. Есть фисташковый, грецкий ореховый, два разные вкуса. Они тоже три разные вкуса есть. Есть гранатовый, который чуть-чуть кисленький. Есть, который тоже виноградный. Есть тоже, который вам раньше рассказывал, рожковое дерево с рогом. Классический турецкий нугга. Полный орехами и молочный. И она тоже очень вкусная. Заходите вот в такие маленькие магазинчики. До того, как вы приезжаете в Аланию, обязательно общайтесь с хозяевами этих магазинов. У магазина Сулеймана, как я уже сказала, есть и WhatsApp, и Instagram. Заходите, смотрите, узнавайте цены, сравнивайте. И не забывайте прийти в этот магазин за подарками. Каждому, кто придет, магнитик Алания. А если вы сделаете покупку, то получите в подарок и магнитик, и кофе. Поэтому хороших вам покупок, прекрасного отдыха. Обязательно приходите, наслаждайтесь и покупайте для себя, своих родных, друзей, близких – все только самое лучшее и красивое. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. И приезжайте в солнечную Аланию и Турцию. А мы делаем покупки. И мне счастливой дороги в Москву. Всем всего хорошего. Пока-пока. Символ, который когда в мечети или Стамбула на Турции написано, именно тюльпаны, потому что символ Турции.